с вами я, Даша Винокнайда Шуркин Мир. И сегодня я буду распаковывать подделочку LOL Monster Highs Mini. Я в первый раз увидела такую подделку, и меня уже не теряется увидеть, что там внутри. И вот, и, кстати, выстрелка нет застежки. Открываем первый слой. Все. О, шарик такой синенький. Что это? Ничего. А другой слой я пытаюсь, так, чтоб... Ага. Все, чтоб оставить упаковочку. Открывай. Все. А что ты мне даешь? Держи шарик, ешь. Ножницы, да? И надрежь. Давай, поддень. Не-не-не, ты так продырявишь мне. О-о-о. А теперь... А ёлки-моталки. А зачем он тебе? Просто понравилась упаковочка. О, всё. Ну, тоже без подсказки. Да. И, дырка. Кстати, он а выглядит... А что за дырки? Как покебол. Точно. Так, нашел. А дырки зачем? Не знаю. Насчет три. Раз, два, три. Так. Ага, он еще. И заклеен, что ли? Нет, он не заклеен. Ну тяни. О, там кое-что есть. А ну, показывай. Куколка. Ага. Смотрите, она как настоящая. О, симпатичная, да? Да, это, кажется, самая лучшая подделка. Хорошая. Хочу описать, она реально классная. Хотя... А что, ни этикеток никаких, ничего нет, да? Да, она реально классная. Русалочка? Да, хотя я ее имени не помню. Кто знает, напишите в комментариях. Симпатичная. Она с красными волосами, она на пластик... с прядками. Ой, слушай, она как прорезиненная. Да, повезительно. Интересно, что там еще? Оно. А, там. Это ручка, дырки для ручки были, да? Смотрите, вот ее шарик и ручка. Ее шарик настолько маленький. И я хочу вам сравнить с подделкой LOL Surprise. Вы смотрите, какой вот этот это шарик. Это от LOL Pet'ов подделки. Да, лоупетов. Вы посмотрите, какой большой вот это вот, и какой маленький вот это ага. Вот. Попробуем как? Попробуем собрать шарик. И вставь ручку. Да, ставим ручку. Ничего, куколка, да? Она лучшая подделка. Да. А шарик? Да не надо тут шарик уже вставить. Поставим. Она тут не ставится. В общем, вот, вот такая вот куколка. Понятно. Ну что ж, на этом сегодня все. Да. Всем пока. Если попадутся какие-то новые, да? Да. Вот это была вот такая вот. Да. Чтобы знали, да? Угу. Все. Пока.